Так, по подбородку что хочется? Остреливать? Мне хочется вот немножко вот это, да, потому что по итогу я хочу еще поставить вот эти углы. Чуть-чуть, опять же, без перебора. Немножко вот это все сюда. Скулы не надо? Ну, у меня были, я ставила по одному. Это было, кстати, здесь, у косметолога. Где-то, наверное, ничего крути. Давайте тогда делаем углы челюсти. Нет, сейчас мы делаем вот это. С подбородком вместе. Да. Нет, 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 пока делаю подбородок. Вы весь сразу препарат хотите сюда? Конечно. А это же много, да? Да? Мне вообще сюда свое время два ставили. Два полтора где-то. Два шприца. А насколько вы хотите увеличить подбородок? Вот рукой. Не сильно, рукой вообще, вот честно. Если это много, значит не надо. Я думала, это мало. Если это реально много, тогда чуть-чуть сюда и как-то здесь пока распределите. Давайте акцент тогда на подбородке, да, где-нибудь до 0,5 делаем. В середину, да? Да. А здесь буквально там, допустим, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 и вот губки. Посмотрите, я так понимаю, что это будет так уже. Давайте с губы начнем. Остатки, да. Остатки, что останется, уже все в подбородке. Настолько здесь это такие, что мы не можем.
thoughts get thrown.